Здравствуйте, друзья! Проходил я сегодня мимо отделения Сбербанка и увидел там припаркованный мотоцикл. На бате была сделана надпись следующая: «Ночной ездок». Я задумался. Японский бог. Ночной ездок – это бандит-байкер из фильма «Безумный Макс», который ездил, грабил и убивал. И тут пришла мне замечательная мысль посвятить сегодняшнюю нашу еженедельную программу «Рок-обстрел» рок-группе с таким же названием «Mad Max – Безумный Макс». Not
звучала песня «Fly, fly away», «Лети, лети, улетай» немецкой группы Mad Max. В этой песне поется: «Так много времени прошло с тех пор, как ты ушел от нас, но мы нести глубоко в наших сердцах. Твой дух летал в обетованную землю, где черный металл начинается. Лети, лети, как орел на своем пути, далеко-далеко, каждую ночь, каждый день», поется в этой песне. Прежде чем начать рассказ об этой группе, хотелось бы подвести итоги нашего конкурса «Угадайте» на прошлой неделе. Как оказалось, никто так и не смог угадать. Напомним, что это была за композиция. Это был фрагмент песни группы «Комиссар». Песня называлась «Адреналин», которую, как я повторю, никто не угадал. Вернемся к истории о нашей группе. Прежде чем к ней приступить, давайте рассмотрим сначала киноленту «Mad Max», «Безумный Макс», поскольку ребята выбрали себе неспроста название группы, именно благодаря этому фильму, в основе которого лежит история офицера Макса Рокотански. Фильм открывает большая погоня офицера за бандитом-байкером «Ночной ездок», про которого мы говорили в начале нашей передачи. Этот ночной ездок сбежал из-под стражи на угнанном перехватчике. Перехватчик – это мощная машина патруля, оснащенная 8-цилиндровым двигателем и обладает высочайшими скоростными характеристиками. Возле того отделения Сбербанка перехватчика, кстати, я так и не увидел. Далее, начав рассказ об этой группе, также следует сказать, что жанр фильма «Вне моего детства», а также «Вне юности» молодого Мела Гибсона, который снимался в главной роли, всегда назывался жанр «боевик». Теперь же он называется жанр. Откуда такие выводы, господа? Там и панков-то в фильме-то не было. Все бандиты были скорее похожи на металлистов. В косухах, в заклепках. Откуда дизель? Мне тоже непонятно. Мотоциклы, на которых разъезжала вся банда. Кавасаки, Хонда. Явно работали не на дизельном движке, а на бензиновом. Тогда и надо было жанр фильма-то назвать. Карбюратор метал какой-нибудь, но никак не дизель-панк. Итак, группа существует с 1981 года. Всего выпущено 11 студийных альбомов и один сингл. Группа Mad Max была образована в 1981 году в немецком городе Мюнстер на севере Федеральной земли. Северный Рейн Фестиваля. Основали группу пятеро парней. Вокалист Андреас Баслер, гитаристы Юрген Брефорд и Вильфер Шнейдер, а также басист Томас Хоффман и барабанщик Уэк Старк. Как и большинство в то время начинающих творческий путь немецких команд, они играли типичный немецкий мелодичный рок с уклоном на более тяжелое металлическое звучание. Иными словами, hard and heavy. При этом в составе в 1982 году в студии Tone Studio, дебютный и одноименный, в некоторых источниках как Heavy Metal, альбом группы, который в дальнейшем был дважды переиздан, в 1983 году лейблом
Roof Music с иной обложкой и под названием Mad Max, который так и известен до настоящего времени. А также в 2009 году компании Metal Mind Production. Группа претерпела изменения в составе в 1985 году, поскольку ребята поняли, что дальнейших перспектив особо нету, так как группа не выделялась из основной массы. В коллектив включился барабанщик Аксель Крузе, басист Роланд Бергман. Группа выпускает новый студийный альбом под названием Storm Child. Следует заметить, что в группу вошел вокалист Майкл Уосс, или иначе Михаэль Уосс. Последний являлся наиболее ценным приобретением группы, поскольку вместе с Брефортом у него сложился отличный авторский тандем. Альбом Rolling Thunder, записанный обновленным составом, стал классикой немецкого Hard and Heavy. Интерес к творчеству Безумных Максов проявили даже заокеанские металлхеды. И диск был издан также в Америке, благодаря стараниям легендарного лейбла Metal Blade. Песня Rolling the Dice, игральные кости, с их альбома Storm Child, Дитя Шторма. Дословно в этой песне поется, что время для нас, чтобы увидеть, как приближается конец. Будем надеяться, что мы выживем. Защити нас от зверя, сильный всегда победит. Это игральные кости. Мы, кажется, потерялись в гонке, а расстояние слишком далеко. Без укрытия в темноте, живые в бесконечной борьбе.
Проигрыш или выигрыш поможет нам разрушить чары сегодня. Бег скрывается, предупреждение приходит слишком поздно. Пусть игральные кости решают о нашей жизни, поется в данной песне. Хотелось бы сказать, что все песни группы Mad Max находятся в каком-то постоянном полете, гонке. Об этом говорят как текста их песен, в которых «лечу, летая, в полете, гоню, убегая, бегу, нас не догонят». Что еще раз указывает на то, что ребята находились под влиянием фильма «Безумный Макс». После гастролей с компанией с Ингви Мальмстеном, Юрай Хип, команда вновь очутилась в студии. Однако конфигурация претерпела значительные изменения. Партнерами Восса и Брефорта на сессиях Storm Child стали басист Роланд Бергман, гитарист Кристофер Вегман и барабанщик Аксель Крузе. Альбом являлся прямым наследником Rolling Thunder, а вдогонку к нему Mad Max выпустили сингл Fox on the Run с кавер-классики Sweet. В 1987 году Максы при помощи продюсера Дирка Стефенса из Эксепта произвели на свет четвертый альбом Night of Passion, «Ночная страсть». Альбом был более мелодичный относительно предыдущих релизов, однако также не принес команде большого прорыва. Roadrunner утратил интерес к своим подопечным после европейских туров в компании Pretty Minds и Striper. Но напомню, что их альбом Rolling Thunder «Раскаты грома» записывался и на компании Roadrunner. В журнале Metal Hammer и Rock Hard группа занимала первые строчки. Давайте заслушаем заглавную песню с этого альбома, которая так и называется «Раскаты грома». В данной песне поется про длинную дорогу, дорогу трудную, и свет горит в конце туннеля. Друзья, что-то это, по-моему, мне напоминает. Хотя нет. Дальше идут другие слова. Дьявол послал своих существ, чтобы уничтожить мир. Их гасье холодное с ножами из стали. Просто как гром, они вышли из ночи. Он получил плохой мистический план. Он заберет вашу жизнь. Вы знаете, что он хочет? Он хочет быть королем мира. Мы его рабы. Окаянные рабы. Так что давайте, выходите и берите последний шанс. Приходите бороться за добро. Вам не убежать. Ух, как не убежать. Я двигаюсь, как ураган. Я не могу остановиться. И ты чувствуешь то же самое. Мне стало любопытно, о ком идет речь. Кто этот он, от которого все бегут? Поясняю. Он – это гром. Гром – это как живое существо, которое вселял страх. Поэтому в данной песне он воспевается как нечто могущественное, которому следует поклоняться. Итак, слушаем песню. We'll be right back.
Это были раскаты грома в исполнении ребятишек из группы Mad Max. После того, когда компания Roadrunner утратила интерес к этой группе, покатавшись еще некоторое время с концертами совместно с группой Bonfire, вокалист сколотил проект Казанова. В 1991 году выпустил альбом, который так и назван. Бывшие партнеры нашли себе другие дела. Крузе присоединился к Jade's Heart, а Брефорд создал мелодичную рок-группу Tanner. Все вышеперечисленные группы не имели такого успеха, как Mad Max. А вот проект Vossa был достаточно популярен и принес большую известность этой группы, но ненадолго, поскольку таких групп, которые исполняли аналогичную музыку, уже к 91 году было видимо-невидимо и росли как грибы после дождя. Все текста песен этой группы полностью посвящены любовной тематике. Например, «Горит любовь» с 91 года. Есть такие слова. Помните, как у Стаса Михайлова поется в песне? «Все для тебя, рассветы и туманы, для тебя моря и океаны». Вот эту песенку мы сейчас с вами и заслушаем. Thank you.
Моя любовь горит во мне, моя любовь поет тебе. Поется в песне группы Казанова с 91 года, которую мы сейчас только что и заслушали. Кратковременное возвращение Mad Max состоялось в 99 году, когда был записан альбом с символичным названием Never Say Never. Никогда не говори никогда. Работа, по сути, является творением дуэта Was Brefer, а в качестве подмастерьев была задействована ритм-секция Tanner, та самая команда, которая так и не стала известной. Далее полный полноценный альбом получился 6 лет спустя, когда Максы вернулись со своим первоначальным составом, в котором они исполняли все свои самые лучшие хиты. Они заключили контракт с Our Heaven на диске Night of White Rock. Группа сохранила традиционный стиль мелодичного hard and heavy, однако тексты заметно изменились. Лирика Брефорта теперь носила религиозный характер, из-за чего в прессе зазвучали сравнения с группой Stripe. Часть песен с альбома впоследствии была представлена в акустическом варианте на альбоме In White. Однако на следующий год музыканты из Мюнстера выдали лонгплей White Sand по тяжести превышающий ранние альбомы Mad Max. Между тем, Крузе становилось все труднее работать на два фронта. И в 2008 году он сделал свой выбор в пользу Jaded Heart, также малоизвестной группы, которую он создал еще после первого распада Mad Max, уступив установку бывшему барабанщику Ванденберг Йосу Зумеру. Давайте-ка мы, ребята, заслушаем с альбома Night of White Rock песню, которая называется примерно как «Хреновый день в раю».
прозвучала песня «Bad Day in Heaven» группы Mad Max. Осенью того же года на свет появился альбом «Here We Are», сделанный по довольно необычному рецепту, ведь соавторы песен была приглашена целая плеяда известнейших рок-музыкантов: Джо Линн Теннер, Дон Эйри, Михаэл Шенкер, Джефф Скотт Сото, Оз Фокс, Кен Тамплин, Берни Торм, Аксель Руди Пелл, Вольф Хоффман, Дэвид Ридмен, Саша Герцнер и Марк Сторос. Вот такой вот состав получился. Хочу заметить, что не всегда возвращение группы так приятно и ожидаемо. То же самое могу сказать и группе Mad Max. Учитывая ихние хиты 80-х годов, в целом не принесло ожидаемого результата, на который ребята рассчитывали. Последний их альбом 2015 года «Thunder, Storm and Passion», что можно перевести как «Гром, шторм и страсть», на которых они играли и переигрывали свои лучшие песни со всей дискографии группы. Переслушав эти переигранные песни, я пришел к выводу, что музыка стала уже не та мелодичная, как была в 80-х годах. Звук стал резче, жестче, да и вокал Восса уже не тот. Уже хрипит, стареет парень. Заканчивая рассказ об этой группе, хочу на прощание поставить вам песню, которая не вошла ни в один из альбомов группы Mad Max. Песня записана в 87-м году, называется «Can't Stop Taking», что переводится дословно «Не могу перестать принимать тебя» или что-то вроде «Не воспринимаю тебя». Песня записана и спета именно в духе тех лет, когда группа была на пике своей популярности. Но я с вами не прощаюсь, поскольку в дальнейшем наша любимая рубрика «Угадайка». Blue.
звучала группа Mad Max, о которой мы сегодня рассказывали в нашей передаче. А теперь наша любимая рубрика «Угадайка». Напомню, что в данной рубрике вы должны отгадать фрагмент произведения, который будет проигран, указать исполнителя, который эту песню исполняет, а также само произведение. Тот, кто этот сделает первый и безошибочно, тот имеет право участвовать в следующей нашей программе. Итак, внимание! Ответы вы можете присылать на адрес электронной почты nuclear.assault@yandex.ru. А мы с вами прощаемся до следующей недели, друзья. Пока!